обычный амичный BIOS. В нем можно использовать передвижение вот эти кнопочки. Вот, например, дату кнопочками. Но лучше, наверное, использовать такую панельку. Подносишь карандашик и появляется не очень удобно. Два раза приходится нажимать. Но смысл такой. То есть поднес, появилось. Коснулся, выполнил. Вот так, 20-й год, это уже круто. 19-й год, поднес, интер, вот так, месяц, правильно, 3-е число, 27-е. Пардон, 26-е сегодня. 26-е. Так, время теперь. Теперь время. Так. Пускай будет. Девятнадцать ноль три. Больше барахтаться. Так, теперь это установили. Да, кстати, вот посмотрим версию BIOSa R1.12 от 2008 года. Достаточно свежий BIOS. Ну, я его, когда он мне впервые в руки попал, BIOS перепрошивал. Так, идем дальше. Так, здесь ничего интересного мы не увидим. Ну, пускай стоят, это уже неинтересно. Так, escape. Ой, escape жмешь, клавиатура появляется в таком виде. Так, теперь моды. Конфигурация, смотрим. Ну, давайте включим. Терять нам, кроме запасных цепей, нечего. Так. Ну, в общем, все включено. Хорошо. Так, escape. Это нам не надо. Это мы не хотим. Конечно, работать привыкнуть надо. Радиоручка имеет свои преимущества и свои минусы. Так, поехали.